соседней кабинке босс. Мэнди бросает сигарету в унитаз, и бах, все загорается. Да ну на. Ты еще кто? Эй, это мой кофе! Ну-ну-ну, выдыхайте. Во-первых, это не кофе, а бурда. Во-вторых, головной офис нанял меня потестить вашу систему. И, парни, вы прошли! Да? Рэй? Рэй, это Тобиас. Ага, здесь все отлично. Ладно. Да, передам. Рэй, вы... Она просит проверить роутеры. Послушай, что? Рэй, ты мне нужен? Кажется, за мной да. Летят. Да, отлично. Что? Спасибо, счастливо. Нет, бюрократы, Рэй, сами знаете. Блюм засечет меня, пора валить. В Блюм я пришел, писая кипятком. Скажем честно, я повелся. Думал, мы сможем сделать что-нибудь сногсшибательное, но все было херово с самого начала. А теперь уже поздно, и CTOS разрослась. Блин, заперто. Надо срочно искать уязвимость в системе. Смогу запереть этих недоумков в их же офисах. Эй! Эй! Меня заперли! На тебе коридор! Я в офис! Лады! Лифтов отключили. Надеялись, я застряну, ага. Он мог застрять в лифте! Вперед! Мы тачек... Не понял. Что, в городе съезд охранников? Отродясь, только не видел. Кого ищут? Реймонда Кенни. Того самого. Гонишь. Ну, так сказали. Прикинь, мой отец с ним работал. Книгу говорит хмы, а на самом деле обычный хипарь. Видать, твой папаня просто не в курсах делишек этого Кенни. Что это? Что там промелькнуло? Пока в безопасности, но надо по-быстрому найти уязвимость.
и все. Линяем. Твою-то мать! Нам отрядом куда мне старому столько? Я целюсь. Так, ищем дальше. Он рядом, ищем. Ладно, парни. Всем отбой! Я буду скучать. Тибон, как ты? Эйден, я все разрулил, шабаш. Ну, поздравляю. Прикрытие есть? Закинул левый цифровой след в систему Блюм. Теперь еще две недели будут палить меня в Вичите, Амарилла, Тусоне. В итоге решат, что я сел в Мексике. А по факту в другой дыре? Взял билет в один конец из Майами. Если страсти поулягут, рискну связаться с тобой. Но... Береги себя, Тибон. И не нарывайся. Заметано. Адиос, амиго. Адиос.
Детка, я дома. Если хочешь выжить, пользуйся черным ходом. Или не делай дубликат ключа. Некрасиво, неудобно и неуютно, как в аду, но ты всегда меня выручала, детка. Пора будить злых собачек. Утром надо будет убить все винты. Так и не пригодились. Ну уж лучше быть чокнутым параноиком, чем трупом. Прощай, кроличья нора. Надо вздремнуть. Я не возьму. Нет! Отвали, заткнись! Ладно, ладно. Десять сраных лет, Фрюер. Что тебе нужно? Вызови полицию. Нет, стой. Не вызывай их. Не верю я копам. Найдешь меня? Да остынь! Опять тебя паранойя кроет. Паранойя? Рэй, меня убьют, ты понимаешь? Да кто? А я не знаю. Мне чем-то врезали, и я вырубился. Кажись, я в багажнике. Ну, точно, в багажнике. Можешь проследить? С большим трудом. GPS-сигнал пропадает. Конечно. Они его глушат. Херово. Похоже, устранители. Твою мать. Ладно, я скоро. Похоже, старина Фрюер реально встрял. Но если я хочу свалить из Чикаго, мне пора. Блин. Нельзя его бросать. Телефон почти сдох. Где ты? Выдохни, мать твою. Пощупай замок, должен открываться. С новой тачкой прокатит. Ничего. Так, машина, походу, старая. Ясно? Старая тачка? Нет, ничего не ясно. Они могли снять замок. Там инструменты есть, может, ниша какая. Нам бы домкрат. Да. Нашел домкрат. Думаешь, я смогу отжать крышку? Именно, только они не должны услышать щелчок. Так что ты шуми там вовсю и ори. Вот. Так, погнали. Эй, выпустите меня! На помощь! Спасите! Открыл. Готово. Выгляни наружу, скажи, что видишь. Я вижу каких-то рабочих на дороге. Это Чикаго, их тут полно. О,
конусы! Вижу дорожные конусы! Конус? Еще конус? Гребаные конусы! Здание Брюер компании! Что ты видишь? О, это же... Не знаю, что это такое. Ну же, чел! Жилой дом, наполовину разрушенный. Какие-то трущобы. Похоже, ты Уордс. Круто. Брюер, еще что-то? Только куча домов. Может, надписи какие? Я не вижу! Стой! Еще конус! Реймобила вот-вот сдохнет, быстрей! Вижу тебя! Так, теперь закрывай багажник и... Пристегни ремни! Так, стой! Какие ремни? Тут нет ремней! Сейчас немного потрясет. Соображал. Черт! Скорее всего, он до сих пор винит меня во всех своих долбанных проблемах. Спасите! Выпустите! Шокером, за что? Ты это, монтировку брось, маньяк. Я не маньяк. Выкладывай, чем ты насолил устранителем. Я? Себя спроси. Вы Робин Гуды, хреновы. Вы с Роуз сдали Блюм, а я теперь постоянно прячусь. Вы все испортили, Рэй. Ну, конечно. Мы из-за твоей шизы постоянно рисковали собой. Ну, Роуз уже мертва, а этот твой фортель в 2003-м. Сколько погибших? Да. Но нет, вина на мне. А? Ну ты скотина. Прости, не хотел. Я... Знаешь что, Рэй? Спасибо, что спас. Счастливо тебе. 11 погибших.
Линдси Гарсия, Джереми Коннорс. Ну еще? Я могу продолжить список. От Блюм никто не спрячется. Поверь на слово, они в таких случаях юзают мой код. Я готов помочь. Но сперва пнем Блюм. Поймем, что они знают. Можешь пожить у меня. Только вещи не трожь. В систему мою не лезь. И вообще тихо будь. Да. Возьми себя в руки, знаю. И самое главное, не трогай мое пиво. Я не пью. Ну точно. Блин. Не собирался я тут торчать. Надо позвонить. Детектив Биллингс, да? Шейла. Незнакомец, это ты? Я-то думала, ты умер. Скучала? Неа, пытаюсь не уронить башню из отчетов на столе. Надеюсь, ты поэтому звонишь? Ну да. У меня бабло кончается и припасы. Вариантов много. Теперь, когда Лаки Куин и Ирак мертвы, каждый бандит в этом городе хочет урвать свой кусок пирога. А у меня мало верных людей в департаменте. Ну ладно, только пальцем ткни, грязь я уберу. За деньги. Люди платят налоги, бандиты исчезают с улиц. Система работает, солнышко. Ха, мерзавец. Секунду, я пришлю, что есть. Ща, гляну карту. Я пометила одну группу. Чикаго Саус Клаб. Там сейчас рулит сынок Куина. Ясно. Некоторых уберешь, если будет шанс. Некоторые должны стать уроком остальным. Убивай по одному. Пусть нервничают. Но если запалишься... Я тебя не знаю. Точно. И позвони мне сначала. Шейла, я уже на месте, сейчас двину. Ясно, аккуратней там. Ребятки непростые, иначе бы мы их уже давно засадили. Кто-то ставит мне палки в колеса, значит, где-то у них есть крутые друзья, значит... У них и техника на грани фантастики, и это прекрасно. На рожон не лезь. Сейчас пришлю тебе всю инфу, чтобы ты знал, на что подписался. Спасибо, детектив. Thank you.
Ах ты, блин, вот так! Здесь голяк. Пригнись! По нам стреляют! Внимательней! Тут стреляй! Пойду дальше! Поберегись! Завалим этого недоноска! Ищите его! Свали! Обыскать все! Охренеть! Шейла, все готово. Хватку не теряешь, незнакомец. Оплата ушла. В общем, если ты в деле, работы полно. Я тебе сообщу. Конечно, мы с Тобиасом вечно сремся, но раз уж так вышло, пусть привыкает. И вообще, если есть шанс его вытащить... Чего уж вытащу. Из-за него приходится торчать тут. Он вообще мог куда-нибудь скипнуть. Блин.
на свою могилу надгробие в форме члена ради выражения лица священника. Рэй, шикарное место. И что, ты тут живешь? Жил. Я типа уже съехал. Нужно узнать, что Блюм предложила за твой контракт и кому. Мне бы обратно в систему Блюм, но вчера наша встреча прошла херово. Нужна другая точка доступа в сети ОС. Что-нибудь попроще. Твоя шарага еще цела? Блюм Фордж? Ага, Пашек. Я в их мусоре иногда для себя запчасти тырил. Но нельзя недооценивать это место. Блюм вкачала туда немало бабла. А еще нельзя недооценивать этих парней. Техника там наверняка в порядке. Психи-ученые плюс огромное бабло. Да ладно, задроты с дорогими игрушками – фигня. Со мной будет Юджин. Ко мне? Собаку завел, у меня аллергия. Это не собака. Ну, на кошек тоже, да. Пора мне в Блюм Фордж. Если в дверь позвонят, не открывай. Вряд ли эти парни знают о дверных звонках. Видео, попавшее в сеть, сделало набирающего популярность диджея Дефолта настоящей звездой. Во время выступления музыканта, скрывающегося под маской крысы, произошел инцидент с участием Эйдена Пирса по кличке Мститель. Неважно, было ли это частью программы или же Дефолт стал жертвой обстоятельств, но в любом случае продажи альбомов исполнителя взлетели до небес. В Америке аноним может стать публичной персоной. Интересно, что он скрывает под маской? На этой неделе полиция Чикаго допросила Нила Куина, сына покойного главаря Чикаго Саус Клаб Дермонта Куина. Он подозревается в организации серии взрывов в районе Мэд Майл. Источник в мэрии сообщил, что власти пристально следят за деятельностью клуба и не допустят появления нового Лаки Куина.
верить словам Эйдена, второго Лаки из этого парня не выйдет. И все же, поток говнюков, желающих занять его место, не иссякнет никогда. Они не вкурили, что это я. Блин, безопасность тут на уровне, однако. Стоп. Что-то тут явно не так. Попробуем испортить сюрприз. Наткнулся на лазеры. Конкретнее. Лазеры? Куда конкретней-то? Ну, допустим, есть газовые, только их 8 типов. Азотные, углекислотные. Блин, да сигнализация же! А! О! Это мои! Что? Так, а можешь обойти? Ну, нет, в смысле, я их установил еще до ухода из Bloom Forge. Они их оставили. Парни всегда любили винтаж, но...
Зацепишь один, и Блюмфордж тут же уйдет в автономку. Блин. Ясно, мне не влезть. Юджин, вперед. Он подрублен к мобиле, значит, то, что я могу делать здесь, могу делать и через его камеру. Вот будет сюрприз для этих умников. Отлично, Юджин. Пора домой. Придется изменить маршрут и вырубить эту хрень.
место очень твое, Фрюер. Спасибо. Наверное. Чем ты занимался до Блюм? Клапанными системами, учитывающими перепады внутреннего давления. Ну, и лазерами. Ну да. Кто бы сомневался. Без пары хаков тут не пройти. Издеваешься, что ли? Тут под ЛСД оттопыриваются. Посмотрим, что тут есть на Фрюера. Черт, совсем хреново. Выберусь, позвоню ему, но сначала надо как-нибудь выбраться. Пойду-ка я отсюда. Уходя, гасите свет. Вот так. Видишь его? Нет, ничего не вижу. Может, ушел? Тихо, ищи давай. Не увидят, не застрелят. Не расслабляй. Ха!
шастает? Что там за хрень творится? Он не мог уйти, Ищик. Всем глядеть в оба. Нашел я твой фэн. Честно скажу, дела хреново. На тебя натравили лучших устранителей. Тех же, что на меня охотятся. Блин, у них даже моей биометрики нет, а все равно находят. А теперь ты им понадобился. А через 10 лет? Почему? Не знаю. Но надо понять, в чем дело, перед тем, как начать планировать побег. Инфы, правда, мало. Знаем только, что устранители нашли тебя в Бомжуйске. Ну, вряд ли я туда вернусь. Что делать-то? Есть идея. Я тебя забираю и переходим к фазе 2. Не говори так, а то у меня начинается паника. Паникуй сейчас, пока есть время. Ты у нас раскрутишь устранителей. Нет. Рэй? Нет. Мне пора. А то сейчас тут будет шумно. Arriving shortly.
Докажи, что дело стоящее. За твоей старой норой следят. Если приманишь этих козлов, отследим их до самого логова. Да-да, не пойдет. Обсудим все, что тебя парит, по дороге. Готов? Нет. Славно, вперед. А если кто появится, что делать? Будь собой. Главное, не спугнуть их. Быть собой — понятие относительное. Ты же меня знаешь, я от людей шарахаюсь, как от чумы, а от бандитов тем более. Да уймись ты. Мне нужно время, чтобы ломануть их и найти что-то стоящее. Ты идешь, я слежу. С чего ты взял, что у нас получится? Они тебя не упустят. Они знают, что ты тусил в бомжуйске. Сам ты бомжуйск. Так, ты ловишь устранителей, а я наживка? Ты самое главное в моем плане, чел. Ага, понял. А если они закипишат? Этого-то нам и надо. Точнее, мне. Я нанесу удар первым, а если сольются, буду за ними следить. Доверься мне. Ха. Что? Повторяю. Ха. Ты. Это из-за тебя я теперь никому не доверяю. А из багажника кто тебя вытащил? Ну, да. Ладно. Вот. Но почему так долго? Так, хорош. Дальше играем в молчанку. Запросто. Но в твоем плане есть пара... Фау! Ладно, не слушай меня, никто не слушает. Ага. Иди себе тихонечко. Ага. Все пучком. Все пучком. Увидишь их? Да. Помни, я тут. Ага. Ты понял? Да. Мы их ловим. Да. Скажи. Мы их ловим. Мы их ловим. Мы их ловим. Тобиас. Да. Заканчивай, или они поймут, что мы их ловим. Да. Это слишком близко, Рэй. Так увидят. Не думаю, спорим, хакер в нанятых. Они наверняка знали. Ух ты, бизнес хочет денег. Какой сюрприз? Не нравится мне этот тип. Подозрительный он. Похоже, частный сыщик. Не наш случай. Тихо. Мужик на скамейке на меня пялится. Просто рабочий сел перекусить. Шагай, фрюер. Рэй? Да он просто друзей ждет. Выдыхай. Да? Что? Ладно. Да, чего? О. Ну да. Да. Ну, супер. Конечно. Чего?
присели за стол. Все норм. То есть меню и... А тут этот козел берет такую и заказывает самое дорогое блюдо. Блин, я бы сам не заказал. Я думал, мы же все взрослые люди. Только не психуй, но за тобой хвост. Не психую, не психую. Эй, друг, найдется мелочь для ветерана. Я что, очень похож на человека с деньгами? Да ладно. Эй, не будь таким козлом, а? Не надо-то совсем немного. На него ничего нет. И на твоего кореша-бомжарика тоже. Ты особенный, что ли, а? Отстань от меня! Приперся в мой дом без приглашения. Это не твой дом, это улица, блин. Пусть свалит, наконец. У нас нет времени, фрюер. Отвалите, пока не огребли. Огреб? Ты... Вот из-за таких Америка в жопе. Всем на всех насрать. Чудесная беседа. Спасибо. Пока-пока. Фрюер, берегись! Что? Открывай дверь и выходи! Все чисто! Все так говорят под дулом пистолета! Фрюер, тут никого, кроме меня! Да-да, и так тоже говорят! Фу, блин, времени мало! Твою-то мать! Вот и кавалерия! Телефон отследить не успею! Фрюер, помогай, блин! Камеры, Рэй! Я установил на них пушки! Черт, это круто, Фрюер! Что и как. Вдруг повезет.
Победа. Надо держаться поближе, отслежу его GPS. Гляну, где он был. Одного бедного фрюера. Да, он псих, вооруженный, но тут же целый батальон. Не понимаю, в чем дело. Надеюсь, этот парень мне поможет. Шустрый гад! Нет уж, он мой. Смотался на одну стройку. Вообще без палева, ага. Хочешь погеройствовать? Похоже, я узнал, где они засели, Фрюер. Ты как, воздухом подышать не хочешь? Ну, а... Ладно. Встретимся в кабинке. Ты ешь это говно? Да выбора особо нет. Власти следят за нами, а продуктовые талоны – их уловка. Так что пока я живу на пожертвование. Ясно. Квинки. До встречи. Где же вы, милые мои? Где? Черт, Фрюер. Аптеку грабанул? Сильно действующий антацид. А ты сжоги. От нервишек. Честно, я бы всем и каждому их прописал. А то сплошь уроды вокруг. Ты бы тоже принял? Нет. А эти? Эти? Не буду эти. Тебе нужно успокоиться. Жить без таблов. Я и жил без них. Я
Все было в норме, пока ты не разозлил Блюм. Тогда я был спокоен. Слушай, я же не знал, что... Не парься, Рэй. Сейчас накроет. Стану лапочкой. Я думаю, мы скоро прижмем этих уродов. Я и узнал, где они засели. Если мы выясним, кто у них главный, прикроем лавочку, а там появится время вытащить тебя. И ты как, справишься? Глупый вопрос. Когда приедем, ты в машине останешься? Вы хотите поговорить об этом? Чувак, да ты походу намертво упоротый. Лекарство от страха. Что, у тебя нет вопросов? Каких это? Блин, о том, что мы делаем. Ой, а мы разве что-то делаем? Ты это серьезно? Повелся. Ну что за детский сад? Похоже, что дизайнер интерьеров у вас один. Ха-ха-ха. Как там твои приходы поживают? Норм. Меня еще тащит, но волна, по ходу дела, спадает. Очухаюсь. Здесь труп. И довольно давно, похоже. Блин, если бы ты меня не нашел, это мог. Пусто. Стерли чувака из системы. Мне надо как-то пробраться внутрь.
Охрана современная, работа древняя как мир. Интересно, каких шишек здесь обрабатывают? Что-то неладное. Рюер, я ломаю систему. Давай на позицию.
Черт, кто-то идет. Я тебя вижу через их камеру. Похоже, они свои жертвы на скорых перевозят. Так, мой самый страшный кошмар, кажется, воплотился в жизнь. Подойди ближе, я влезу в твой телефон и тоже посмотрю. Боже. Ладно, сейчас. Не вернулся. Вроде Рэй Кенни за ним следил. Сейчас в районе порта ищут. Твою-то мать. А что Тобиас Фрюер? Кенни уже запалился. Приманка больше не нужна. Дополнительная цель. Возьмем его, получим бонус. А что с кротом? Как успехи? Парни им уже занимаются. Заговорит. Слышал? Да, слышал. И снова оказалось, что дело в тебе. Ну блин, откуда же я знал? Я тебе говорил об этом. Слушай, они что-то терли о кроте. Если мы его вытащим, он скажет, кто за этим всем стоит и где его найти. Злиться будешь потом. В этом не сомневайся. Нужно перебраться. Есть одна идея. Кран, видишь? Сделаем то же, что с бункером. Только не подпускай их ко мне, пока не доберусь до управления. Пока никого не вижу. Давай-ка на кран. Надо заглянуть в эту лодку. Крот может быть там. Я тебя прикрою. Тут снайперская позиция, походу. Прячься. Ты можешь их убрать? Thank you.
вроде все готовы. Ты еще жив? Только чудом. Что теперь? Давай-ка мы проверим тебя. Опусти ящик, я влезу, и Фрюер. Нежней. Ты что, на этом ехать собрался? Главное, нежнее. И кнопку спуска не жми. Я даже не знаю, как эта кнопка выглядит. Как раз это меня и пугает. Ой. Нежнее, блин! В ящике мог быть я! Спокойно, я, кажись, понял, в чем дело. Погоди, залезаю. Так, готов, и помни. Нежно. Все, супер. Стоп. Так, Фрюер, дай мне минутку, осмотреться надо бы. Пофиг, не мои проблемы. Устранители уходят, они тащат кого-то с собой. Фрюер, за ними. За ними? Как? Придумай что-нибудь, чел. Держи дистанцию. Я тут закончу, догоню. Фрюер, кое-что есть. Слушай. Сидеть может? Похер. Держи его. Сеанс номер 3 с Алексом Яворским, который обманул нас. Алекс коп под прикрытием. Я не коп! Я обычный стукач, ясно? Они мне и не платили толком. Слушайте. Отпустите меня, я свалю из страны. Клянусь! Мне нужно все, что ты снял, послал или сохранил. И список контактов. Или мой друг тебя порежет. Нет уж, ни хрена. Я вам все отдам, а вы меня в расход? Эй, нет! Что? Ты же сказал порезать! Мать твою! И как он теперь будет говорить? Да я его просто пугал, господи! Кровище-то сколько! В мастерскую его надо залатать. Поймешь, что мы за слова отвечаем. Отвечаю, этот парень и есть наш крот! Следишь за ними? Он все за нас сделал, надыбал имена, которые нам нужны. Скажи, где тормознут. Конечно, солнце. Ты молодец.
хочешь украсть мою тачку? Так, Рэй, я отследил их до особняка. Вот, на карте есть. Огромная, стрёмная махина. Я туда ни за что не сунусь, сразу тебе говорю. Я и не прошу. Ты и так у нас молодец. А я возвращаюсь в башню. Не убейся там, ладно? Ага. И не попадись. Да не парься ты. Рэй, что-то мне это не нравится. Может быть, как-нибудь по-другому? Да успокойся, наконец. До скорого, амиго. Надо же, новое обращение DedSec. Послушаем, что у них на уме. Мы DedSec. Убийство одного из нас — это вызов, брошенный всем нам. Мы отомстим. Это последнее предупреждение. Отступите. Или готовьтесь к войне. Как-то крутовато для публичного обращения, DedSec. Обычно они толкают пафосные речи, на которые клюет молодежь. Что-то их напугало. Не стоит загонять этих ребят в угол. Кто знает, на что они способны. Мне стоит быть настороже. Если выясню, кто за этим стоит, и разберусь с ними до того, как нас найдут. И у нас будет отличный шанс кипнуть. Где-то тут Алекс Яворский. Надо бы его найти. Он владеет ценной информацией. Просто слон в посудной лавке, а?
Эй! Эй! Жопа! Да у нас гости! Есть кто живой, соберись! Это все Кини? Он не один был. Живо, я прикрою. Вроде засек. Пойду разберусь. Черт, что произошло? А? Вперед, ищем. Хреново. Обыщите все. Здесь ничего, гляну там. Тут все чисто. Проверю там. Тут чисто. Сука. Он ранен. Должно быть тут. Так. Один из этих страдальцев, возможно, Алекс Яворский. Знакомый товарищ. Моя работа вроде. Похоже, работенка для Юджина. В обычной больнице им начнут задавать вопросы. Хорошо устроились, блин. Алекс. Нет, прошу, нет! Тише, тише! Я вытащу тебя отсюда! Ты психи! Твою мать, они просто нелюди! Ну-ну-ну! Хватит, чел, спокуха! Ты Рэймон Кинни? Они тебя ищут. Если отцеплю аппараты, сможешь встать?
Я ног не чувствую. Текс. Оператор, что у вас случилось? Скажите копам, их стукача подстрелили. Пусть приезжают. Сэр, вы еще там? Алло. Мне пора, не то повяжут. Так что выкладывай, что знаешь про Блюм. Имена. Хоть что-то. Я следил за бухгалтером Блюм. Его зовут Джек Файнли. До босса не добраться, а Джек... заставишь тех козлов страдать. Подойдет поближе, стреляй в лицо. Все понял? Держись. Начнется стрельба. С другой стороны прикрытие, могу смыться. Это полиция. Выйти из дома, быстро. Если увидим оружие, открываем огонь. Как они нас нашли, блин? Плевать, не подпускай их! Чикаго вас несколько, но только один работает в Блюм. Супер. Спасибо за чекин в любимом баре, друг. Ты сильно облегчил мне жизнь. Thank you.
Так, его машина припаркована сзади. Надо взглянуть. Помнишь мою сестру? Если повезет, чувак уже успеет накатить. Так будет проще. А! Что? Ах, ты сучонок! Есть! Короче, Раяки не у нас. Да, около бара. Он у твоих парней. Мощная штука. Ладно, не впервой. Вперед. Башка трещит. Надо догнать этого парня. Что это? Кетамин, что ли? Так, надо взять себя в руки. Блин. Хотел узнать, не нужна ли помощь? Знаю, в прошлый раз я свалил. Я не хочу быть трусом, но... Я трус, и это мерзко. Да не шо, не шо. Все в порядке. Стоп, ты что, пьян? Пропозитор. А, я понимаю, да. Перезвони, как отпустят. Он на связи. Надо послушать. Кинь у нас. Начинайте собираться. Когда чек получил? В белую нам не провести. Понадобится несколько дней, чтобы мы могли все нормально разрулить. Разруливай, а? А чего дефолт? Психу деньги не нужны. Странный дефолт. Я думал, после прошлого раза он убрался из Чикаго нахер. Блюм и крыса спелись. Долбогремучая долбосмесь. С помощью дефолта Блюм меня найдет, как бы я ни ныкался. Да, он крутой. Выход у меня один. Запалить сучонка первым и уничтожить. Поищешь для меня кое-что? Отто. Видишь, где я? Поищи вокруг сетки. С идиотскими названиями. Смайлики, псевдографика. Ничего не вижу. Стой. Вижу закорючки. Да, похоже на мышиные хвосты. Нашли. Перешли координаты компа. Есть. Так, что у него на компе есть? С головой вроде получше, но кажется, сейчас вывернет. Надеюсь, наш дружок из Блюм поможет. Да, думаю, мне повезло.
блин. Только бы не блевануть. Так ты... Спокуха. Хорош. Тише. Похоже, просто сломалось. Он мертв. Его нужно найти. Не уйдет. Вон там гляньте. Не зевать. Черт, так я неделю буду его отслеживать. Некогда. Надо его как-нибудь спровоцировать. Пусть ошибется. Надеюсь, он заметит. Эй, дефект! Разговор есть! Так что звякни ко мне! Слушай, а че так херово-то все? Я ожидал чего-то помасштабней. Даже чутка разочарован. И раз уж тебя нет, я тут поковыряюсь немного. WKZ-TV, будет интересно. Ха-ха! Черт, сигнализация, ну конечно. Попадалово! We'll be right back.
мог бы стать врачом. Таки решил поговорить? Ну, амиго, я занят. Оставь сообщение. Тибон слушает. Эй, ты, выродок грудастый! Тебе место на свалке истории! А ты заходи как-нибудь и все обсудим. А, за ним старое здание умений. Опа! Лыжанулся ты. Натравил на нас хакера, зовет себя дефолтом. Самомнение у него шкалит, но не на пустом месте. Для него все это игра. А еще он ходит в маске крысы. Ты истебешься, что ли? Я бы предложил помочь, но лучше ты сам, да? Да, пожалуй. Скотина хитрая, он знал, что я его отслежу. Надо смотреть в оба и обойти все ловушки. Авось, прихлопну чертову крысу. Чувачки упакованы, готовы к драке. Деньги Блюма, чего ж там. Попробую просочиться мимо них. Следишь за мной, да? Ничего, зайка. Я уже иду. В том видео дефолт был наверху. Ну и где он? Зря ждем. Да придет. Че ты?
Хорош мне мозг выносить. Что это? Игра! Я думал, его он бледный. И на нем задник. Паскуда Рейкиния. И ад следовал за ним. Матери. Мужья. Жены. Братья. Ну что, насладился властью, Рей? Член его сейчас... Мы не отстаем! Не камеру, Рэй! Телефонорка! Пошел ты! Что за черт? Блин, ты больной. Ты, похоже, взрослеешь, Рэй!
Пошел нахер, Дефолт! Сэм Дженнингс. Поговорим об этом. Еще как? Когда найду тебя? Видишь, я тоже творец. Иди ты в жопу! Мэри Лэнгстон, блин. Всех нашел, да? Полиция считает Реймонда Кинни, работника Bloom Industries, причастным к блэкауту, в результате которого погибло 11 человек. О мотивах Кинни не сообщают. Нет! Нет! Это Гонева! Все было по-другому! Ты! Ты убогий, сраный психопат! Небось дрочишь! Пошел ты! Сука! Сдохни! Черт! Самоубийство, сказали они! Но за ним следили! Если бы не блэкаут, он был бы жив! Убил его ты! Убийца! Убийца! Я просто хотел всех предупредить. Сказать людям о том, что им грозит. О том, что система может вырубить всего один человек. Потом семьи жертв обнаружили на своих счетах крупные суммы. Это ты пытался купить прощение? Я хотел как лучше. Так и будет, Мэйни. Обещаю. Тебя красный! Набрать!
рвануло! Ищем дальше! Черт, он ушел! Отбой! Отступаем! Дефолт. Я еле ушел. Ну, хоть ясно, чего он бесится. И чего? Блэкаут. Тогда его брат погиб. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Да. Слышь, в башню больше нельзя. Так что мне придется готовиться к худшему. В смысле, будем? Я уже стольких убил, Фрюер. У меня вся жизнь сплошь борьба, не пропаду. Помощь нужна, но просить я не буду. Ты меня не бросил, я не брошу тебя. Хм, опять лекарство от страха? Нет, хорош. Я выкинул все в мусорку. Пережду, пока ты не вернешься в башню. Эй, Фрюер, спасибо. Дефолт тормозит, но это ненадолго. Метод «концы в воду» уже не сработал. Блин, придется довести дело до конца. Пора. Ты готов? Да, выезжаю. Что-то у меня нехорошее предчувствие. Блин, крысиное отродье. Ладно. Хочешь по хардкору? Не вопрос. Вот же гнида сраная! Отключает всю защиту! Сейчас сюда набегут! Найти его, прикончить и забрать, что унесем. Реально, у нас сплошные потери. Это наверняка ловушка. Черт, хрен сюда поберешься. Как он жив?
Я здесь. Поздно. Я долго искал. Блин, огромная башня же. Разборки устроим потом, ладно? Дефолт в моей системе. Есть, но из-за моих модификаций возможна перегрузка системы. Иди в центр управления и сделай возможное невозможным. Иду. Так, мне дефолт, тебе центр управления. Рэй! Рэй! Они близко! Блин! Ты что тут натворил? Ну, я все улучшил. Это мы еще проверим. Тебе добавки отсыпать, а? Погоди, крысёныш. Рэй, кажется, еще устранители. Понял, я разберусь. Фу! О, блин! Люер, что там? Такое ощущение, что все уродцы в интернете объединились в одного супер-мега-уродца. Он меня ломает по братку. При этом издевается. А что такое ламо рукожопое? Ноги! Глядеть в оба! Он удирает! Кому нужно?
движение! Вон там! Лови, ответим. Что? Я не могу. Не ссы ты. Лови момент, чел. Представь, что ты шпион из этих твоих комиксов. Да пошел ты, Рэй. Готово? Готово. Обоих? Да, да. Обе цели устранены. Так, ясно. Притащишь дефолту трупы. Адрес пришлю. Кто так подражает? Ты бездарь. Слышь, он клюнул. Готов. Иди ты. Так, зацепили крысу. Удачи мне. Я пойду с тобой. В этот раз лучше я сам, Фрюер. Да хватит, я уже в деле. И как ты сам сказал, я тебе нужен. Ты не гони, я явно сказал не так. Ладно, попробуй пробить это место. Встреча там. Лады. Как доберемся? Придется долго искать вход, так что разделимся. Что-то пойдет не так. Затихарись и не высовывайся, ясно? А я буду их отвлекать. Может, хватит? Что хватит? Хватит постоянно меня защищать. Слушай, я... Нет, ты послушай. В моих проблемах не только ты виноват. Методы у тебя спорные, но намерения-то вполне однозначные. Это я к чему? Ты мне ничего не должен, Рэй. Закончил? Да. Круть. Тогда ищем вход. Чё найдешь, позвони. Я на связи. Иди, иди! Рэй, я нашел планы этого места. Все для тебя отметил. Встретимся там. Прикроем эту лавочку. Thank you.
удастся нам обыграть дефолта? Нет. До сих пор мы играли по его правилам. Рисковать эта сука не станет. Чую, есть подвох. Стопудово, блин. Журая кини! Текс, приоткроем этот ларчик. Вижу тебя, Фрюер. Могу открыть дверь. Будь спок. Сложно. Я ж без таблеток. Ты достал. То есть? Таблы тебя не спасут. Завязывай ныть. Отрасти уже яйца, блин. Окей, окей.
что ты сейчас сделал, но дверь открылась. Я захожу. Встретимся внутри. У кого-то из них по-любому есть коды доступа. Море волнуется раз. Кот, на месте замри. Задумал. А у крысы спрятаться не получится! Подожди, ты где-то близко. Куда это ты собрался, Рэй? Видишь меня? Да, но придется попотеть. Говори, куда идти. Слушаю. Давай!
Давай! Ну, вперед! Пошел, пошел! Окей, иди. Ну, быстрей. Вперед! Я прошу. Откроешь мне дверь? Да. Мы как, близко? Тут все поменялось, но если планировку сохранили, то мы близко к центру управления. Круть! Встретимся там! Я есть бог из машины! Thank you.
уважаемые игроки, время голосовать. Отпустим Рейна Соду, чтобы дать ему уйти. Отключайтесь. Чтобы он остался в игре, продолжайте смотреть. Отключайтесь! Иначе совесть загрызет вас, уж поверьте моему опыту. Я, может, и виноват. Но вы чего повелись на сказки этого дебила? Я заслужил наказание. Не вы! Не вы! Что ж, выбор сделан. Прощальный. Ого! Подними мобилу. Мобилу подними! Решил, ты ласты склеил. Главное, ты лежишь и не дышишь. Но я скорую не вызывал. Вдруг очнешься и станешь орать на меня. А? Я в норме. Ну, и какого черта ты лыбу тянешь? Тебя, похоже, не по-детски торкнуло, Фрейер. Может быть. Слышь, Рэй, я подумал. А не уверен, что хочу валить из Чикаго, а ты? Готов смотаться отсюда хоть сию секунду. О. Хотя... Допустим, я останусь на какое-то время. Поискать бреши в сети Блюм. Поможешь мне? Ты еще спрашиваешь? Наша команда снова в строю! Но минус один. Ничего. Это поправимо. Есть тут один чувачок. Эйден Пирс. Издеваешься? Он же нервный какой-то. Ты ему привет, а он тебя в ответ полицейской дубинкой. Да. Он по-другому не умеет. Чё? Чё смешного-то? Блин, смеется он. Ну, прости, тоже штырит. Что мы пьем? Что-то под названием Замбези. А мое пиво куда дел? Я его вылил. Оно воняло. Неужто пиво? Ну, уж точно не фруктами. О! Вот дрянь! От фруктов ни следа. Стоп. Вон оно чё. Ага. Послевкусие фруктовое. Проще будет соков взять. Ты безнадежен, Фрейер. Твоя очередь. Чё там? Фастфуд. Бургер, хот-дог и пончик. Нет.
Блин, Рэй, ну чего ты ломаешься? Ты попробуй, не просто так народ это обожает. Чел, там в соусе химии на целую армию мутантов хватит. Нет, да? Я же все выяснил. Там только майонез и специи. Ну не нуди, я ж с тобой выпил. Ты про вот эту тропическую бурдень, что ли? Нищетова. Рэй? Съешь этот сраный бургер. Нет. Жри. Нет. Хоть кусни. Нет, штазером шарахну. Эй, я тебе его. Сейчас, блин. Твою ты мать. Да не гони, он вкусный. Я бы сказал, охрененный. Ha!